Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Max Payne. В последней серии мы прибыли к этому доку непонятному, я, честно говоря, не помню, что нужно делать, но нам глава русской мафии, как его Владимир звали, по-моему, предложил покопать маленько здесь. Чем мы, собственно, сейчас и займемся, потому что враги его и наши враги в данном случае это примерно одно и то же лицо, поэтому, собственно, пора приступать. Добрый день. Так, хорошо. Вспоминаем управление, я не играл сколько уже? Денька 4, наверное. Вообще ничего не помню. Так, сохранимся, что-то у нас со здоровьем не особо хорошо. Или там грузят. Давайте, короче говоря, разбираться, что да как. Ух, тут у нас уже встречающая делегация. Давайте подождем, пока они сами ко мне выйдут. Они же все-таки встречающие. Или нет? Ждут? Ой, у них патронов нет. Ой, давай. Блин. Что-то не особо хорошо все получилось. Давайте тогда мы сделаем вот так. Да, собственно, давайте по новой их. Вот так, так. Ой, блин, как я забыл уже, а? Офигеть. Все позабыл. Так, ну и что? Склад номер 3. Что-то там несут. Ну ладно. Так, возьмем Инграм в одну руку. И, собственно. И, собственно, у нас тут до хрена народу. Раз, два, три. Такие постояли, посмотрели. Так, спанул чуть-чуть, сейчас он сюда выбежит. Выбежит, нет? Это, похоже, будет довольно-таки проблемно с моими жизнями. Да не дохнет, ты смотри, ты ни в какую. Опять не дохнет. Ты мне напоминаешь того чувака из Uncharted, которому я полчаса в голову стрелял. При этом все время попадал, но он не хотел дохнуть хоть какую. Так, ладно, давайте мы возьмем двойную берету. Да побежали, что ли? Нет, это явно не самый лучший вариант. Так, что же мне тогда... Да ты посмотри, одна башка осталась. Блин. Это капец какой-то, что делать-то? Так, сюда я не могу. Сюда я не могу. Нет, придется там воевать, выживать. Вот и все, что я хочу сказать. Так. Дезертыгл, я думаю, ты мне поможешь. Минус еще один. Сохраняемся быстрее. И где-то... Тихо. Тихо. И наверху у нас там один братюня. С ним-то, я уж думаю, мы справимся как-нибудь. И то не факт. Не факт. Ой, блин, что за начало? Да твою мать. Это, по-моему, самое неудачное начало серии из тех, что были за долгое-долгое время. Так. Раз, два, три. Все, наконец-то прилег вроде. Фу. Какой-то кошмар. Дверь все норовит закрыться. Ну все, теперь назад пути нет. Может, тут у нас со здоровьем что-нибудь... Ой, ой, подожди, там народ бегает, нам пока туда не нужно. Сначала давайте... А, понятно. Я думал... А, вон, смотрите, я что-то вижу. Что она тут делает? Я не буду задавать такие глупые вопросы. Раз лежит, значит, это кому-то нужно. По крайней мере, это дало мне маленькой жизни. А тут у нас что? А там у нас еще более утоляющий лежит. Круто. И патроны. Так, сразу прибавляем. Да, собственно, жить станет теперь, я думаю, легче, жить станет веселее. Это, на мой взгляд, прекрасно. Так, сохраняемся. Сейчас там будет пацанчик ходить. Мы ему, если он, конечно, спиной к нам стоит. Ага, спиной как же. Ой. Так, ну ладно, более-менее пойдет. Тем больше там еще что-то лежит. Дробь. И кто-то, я слышу, выбежал. Или это чайки были? Ну ладно. Так, что-то дофигища народу. Просто офигеть, сколько народу.
Нам не сюда, нам, судя по всему, сюда. Да, дай посмотри, ну что с ними делать-то? Так, ты один у нас такой красивый. Понятно. Он нам явно не рад. Да, разброс, конечно, дикий. Ну ладно, зато он помер. Уже какой-то плюс со всего этого. Я вообще не пойму, кто тут работал, если у них все лестницы разломаны. Как так можно? Мне, видимо, нужно как-то туда подняться, что ли? Или так вот? Не знаю, сейчас разберемся. Я так понимаю, что вот этот вот ящик оттуда нужно убрать, да? А, то есть оно на автопилоте. Само все сделается. Понятно? Хорошо. Ой-ой-ой. Блин. Это довольно плохо, надо отметить. Да. Это просто ужасно. Так, я что, не сохранился после того, как его убил? Блин, что же мне тогда тут делать? Вообще, что-то я совершенно отвык, что игра такая зубастая. Последний раз, когда играл, как-то у меня, по-моему, полегче все шло. Хотя нет, там же была серия, где я бегал сбитый. Там тоже было довольно-таки непросто все. Давайте их тут встретим. Так, так. Дробь в мою сторону полетела. Они, кстати, похожи на опережение, что ли, стреляют? Да твою мать! Да ты посмотри, что творится. Это просто кошмар какой-то. Так, надо, короче говоря, нужно взять два Инграма. И пока она проделает свои манипуляции, быстренько вниз, что ли, спрыгнуть. Я не убьюсь отсюда. Почти убился. Но только если так, потому что что-то там совсем уже с больших расстояний было сложно. Ах, опять покусали меня. Ну да ладно. Совершенно не помню сюжет, не помню, что именно мы тут делаем. Ой, блин, не получилось в упор. Так. Еще раз. Тихо. Да, блин, нет, это не вариант. Поподлить не получится, короче говоря. Да, твою мать, даже с одного выстрела не дохнет. Так, хорошо. Да, бляха, муха, шо ж ты... С ними все не так-то. Так, ладно. Ладно, пока что вроде живы. Пока что живы. Сохраняемся. Это просто игра решила, похоже, испытать мои нервы на прочность. Ах, блин, трое. Даже не знаю, что мне с вами делать, ребята. Наверное, видимо, вот так вот все-таки. Инграм нам поможет. Смотрите, сколько у меня здоровья. Это вообще, по-моему, прекрасно просто. Один скальп остался. Макс опять сукоризный ходит, прихрамывая. Ну да ладно. Я здесь, там никто не прибежит, пока я занимаюсь здесь вандализмом. Разрушаю всякое разное. Так, здоровье у меня в итоге теперь, ну, на один выстрел в среднем. Не больше. Здесь у нас не открывается? Нет. Ладно. А, возможно, нам нужно сюда как-то залезть. И, не знаю, посмотрим сейчас. Возможно, сюда. Отлично. Супер. Так, ну это нам ничего не дает, конечно, кроме того, что жизни стало побольше. А, но в целом, да, нам, похоже, туда нужно забираться. Не самый удобный способ подъема, я не знаю, они так и пользовались, что ли. Никаких лесенок нет, чтобы в кабину забраться. Ну ладно. Так, оттуда бегут уже, нет? Или откуда стреляют? Да твою мать, ты со спины, что ли? Опять смотри, сколько здоровья отнял. Меня сейчас убьют опять. Меня убьют. Давай. Хорош, лег. Хорошо. Слабаки. Кругом слабаки. Меня окружают одни слабаки. Так, что дальше? Надеюсь, она не упадет на меня.
Ну ладно, хоть не на меня. Назад пути нет. Со здоровьем у нас... Да твою мать. Со здоровьем у нас одна голова. Да чуть-чуть на плечи. Давайте-ка мы будем бегать с одним Инграмом. Один Инграм — это, в принципе, уже хорошо само по себе. Довольно страшное оружие. И не так быстро уходят патроны, как с двух сразу рукой стрелять. Так что будем надеяться, это нам поможет. Так, еще сохранимся. Почаще надо сохраняться, потому что здесь каждая встреча с бандитами практически это явно... Эу! О! Не успел. Так. Тогда, пожалуй, нам пригодится Desert Eagle. Или наоборот, не пригодится. Так, она, похоже, все-таки сюда едет, на автопилоте. Ну ладно. Там ко мне уже бежит очередная встречающая делегация. Поэтому мы сохранимся. И, собственно... Блин, хапнул. Да. Да твою мать! Да, ну что ж такое? Вы увидели, я... Игра вообще, то есть, не терпит ошибок. Ты как вылез, он в ту же тысячную долю секунды засаживает тебе патроны. То есть, не дает тебе времени среагировать. Ну ладно. Тем не менее, мы все-таки живы в итоге. Ох, еще сохранимся. Почаще сохраняться надо. Это какой-то кошмар. Эта серия просто полна боли. Блин, ну что ж такое? Что ж вы меня так прям попадаете-то, а? Ладно, прилег. Из него выпала болеутоляющая или граната. Граната, по-моему. Сохраняемся. Здоровье вообще на нуле. А, но мы, тем не менее, сохраняемся. Так, там нас ждет паренек. Да, сейчас меня просто убьет. Я его успел пристрелить, но в итоге. И он меня тоже. Так, ладно, пусть едет, а мы посмотрим. Не будем особо ломиться вперед. Подождем, пусть проедет. Расхотел, похоже. Так, надо пользоваться уже замедлением, потому что без него тут что-то совсем все плохо. Да, дохни, давай. Почему она попадает в перекладину? Я же все время в него целился. Ладно, израсходовали на него полностью. Ой, там сколько народу бежит. Полностью наше замедление израсходовали. Теперь нам пригодятся сразу два Инграма. Так, сохраняемся. Народ бежит. Народ ждет. Добрый день. Хорошо. Так, что дальше? Только не падай на меня, пожалуйста, сверху, это будет подло. Ты посмотри, они сразу кучами выбегают. Ну ладно, с этим вроде более-менее справились. Два Инграма это все-таки они тащат. Так, сохраняемся. Что-то получается пока. Хорошо. 18 патронов осталось. Давайте-ка мы возьмем пару берет пока. Что-то там парняк говорил про то, что поднять мост. Так, у меня попал, нет? То он ни разу не попал. А, вот они подняли мост, понятно. То есть придется обходить автоматический мост. Ладно. Но я никак в каком-то из этих ящиков скрыта очередная какая-нибудь пасхалка, потому что игра им полна. Вот, вот. Допустим. Как я сказал, сразу полез. Отлично. Rico Muerte had come to town to do more than just sort out family troubles. Exhibits number 1, 2, and 3. Briefcase of money, a sniper rifle,
and an envelope with one word neatly printed on a folded piece of expensive paper. Mayor. It didn't sound like a mafia contract at all. It was too cold and too to the point. Кто-то мэра заказал. Офигеть. Так, подождем, пока полностью восстановится жизнь. Сохранимся. Вперед из песни. Заказали мэра? Офигеть. Так, ну что, у нас есть снайперская. Как тут у нас снайперская-то? Блин. Понятно. Казалось, что человек. Так, аккуратно, не пылим. Здоровья не так много. Ой, чтобы бежать вперед, сломя голову. Вон, вот, вот. А, блин, ты посмотрел, все равно задел меня. Ну что за скотина? Во! Блин, шикарно. Вот за такие моменты я все-таки обожаю Макс Пейн. Так, хорошо. Два в минус. Сколько в уме? Вот никого не дать. Вообще снайперка здесь, конечно, не самое подходящее оружие. Если сейчас оттуда кто-нибудь выбежит, начнет стрелять, меня, скорее всего, просто убьют, я не успею среагировать. Но тем не менее. Хорошо. Еще ништяков забрали. Возьмем пока Ингрэм. Потому что к снайперской винтовке у нас окружение не располагает. Осторожность. Используйте колесные блоки, когда паркуешься в этой зоне. Ну, то есть, чтобы не укатился твой транспорт куда-нибудь. Понятно. Только уполномоченному персоналу. Ясно. Что дальше? А, все, понял. Это такая подсказка, да? А, понял. Теперь у нас мостик опустится, мы его толкнули. Ладно. Давайте отсюда пойдем. Интересно, перепрыгнем, нет? Нет, похоже, не перепрыгнем. И вообще, что мне это дает? Я через контейнер, что ли, пройду? Не знаю. Да твою мать, я его еще только увидел, а он уже пулю в меня пускает. Блин, и он успел меня попасть. Ой, блин. Эта серия будет полна боли. Полна боли. Так, да, вылазь. Видите, да, они сразу вбегают, и еще не видя меня, они уже в меня пулю пускают. Это печально. Это дохнет, мать его. Так, ну ладно, разок зацепил. Уже хорошо. Ладно. Подождем, пока он поближе подойдет. Все, прилег. Хорошо. Вообще мне советуют почаще пользоваться. О, блин, там еще один. Почаще пользоваться дробовиком. Потому что патронов к нему дофига разбросано. Но дело в том, что дробовик здесь меня, как обычно, не радует. Я постоянно жалуюсь на плохие дробовики. Пора бы уже привыкнуть, а я все жалуюсь. Все мне не достает дробовика, примерно такого, как был в Думе втором. Ну да ладно. В целом дробовик здесь крайне хорош, но все-таки, блин, когда стреляешь человека с 10 метров практически в упор, его не убивать с первого выстрела, это, по-моему, довольно нереалистично. Так, меня интересно, не крадет сейчас от этих искр? Вроде нет. Блин, да еще. Ах, давай залезай. Ой, блин, ты посмотри, у меня опять со здоровьем полный голяк. Так, сюда я, получается, зайти могу. Хорошо, сейчас мы подкрепимся, похоже.
Вот, целых 4 штуки. Раз, два, три. И одну про запас вставляем. Так, компьютер, сохраняемся. Тут у нас, похоже, какая-то скрытая дверь, что ли? Хорошо. Еще обезболивающий. Ну, это просто праздник какой-то. Так. Да твою мать! Блин, я как сохранялся? Я только что, по-моему, сохранялся, да? Давайте-ка мы лучше... Еще раз. Я просто отвлекся, пока смотрел время на телефоне, он уже успел выбежать и обосрать всю малину, как говорится. Так, давайте мы его встретим. Все-таки с помповик. Да ты посмотри, он как открывает дверь сразу мне. Ну ладно, пофигу, хрен с ним. Не хотите, как хотите. Очень уж они какие-то стрелки ворошиловские. Это печально. Так. Что-то, по-моему, я помню это место. Это место, по-моему, будет совсем уж полно боли. Ну да ладно. Крысы и масляные разводы. Братюня. Давайте-ка мы, пока никто нас не видит, убьем его, и побежит толпа на нас. Добрый день! Так. Ой, блин, да что ж такое? Надо бы еще 360 сделать. Вот так. И пальнуть по нему. Ладно. Мы не такие. Так. А вот эти места неплохи тем, что когда враг выбегает, считая на тебя, он первым делом пускает в тебя пулю. И, как правило, игра такая, что ты не успеешь от нее вернуться. Поэтому готовьтесь к тому, что сейчас мы будем страдать. Просто страдать. Что я и говорил. Ну как тут было среагировать, а? Так, берем по новой. Я натурально испугался. Ох, так, хорошо. Ничего хорошего. Дохни, пожалуйста. Ой, 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 ой. Так, валим, валим. Нет, вот так лучше. Странно, как он меня не убил за то время, пока я по черепашьей целился в него. Ну ладно, нашим легче. Неужто игра мне дала хоть раз поблажку? Ну что ж я, бляха-муха, я думаю, это он швыряет, и во второй раз уже не швырнет. Но нет. Это скриптовое событие. Так, хорошо. Патронов на Инграма просто дофигища. Так, не открывается. Откуда? Откуда? Да откуда ты взялся-то, мать твою? Ой, опять все здоровье сожрали. Ну да ладно, я сохраняюсь. Я в такие моменты люблю сохраняться, когда здоровье поменьше стало. Почему бы и нет? Отлично. Троны. Сохраняемся. Сейчас опять граната какая-нибудь вылетит, а то... Так, тут у нас... Вообще мне там надо по лестнице подниматься. Но здесь у нас куча всего хорошего, поэтому... Торопиться не надо. Торопиться не надо. Ой, блин, если сейчас кто-нибудь снизу начнет стрелять, это меня сильно расстроит. Прыжки не умеем стрелять. Ладно. Да твою мать, успел зацепить. Да что ж ты за человек-то такой? Меня окружают одни хейтеры.
ненавистники. Только вылез и попал. Ну что ж такое? Что за люди? О! Там, в принципе, одно более утоляющее. Я не знаю, как мне до него допрыгнуть отсюда. Отсюда, может, тоже нет. А, понятно. Хорошо. Видите, сколько патронов дают для дробовика? Поэтому, по идее, нужно бы им пользоваться, но что-то, блин, дробовик мне тут не особо нравится. Так, сохраняемся. Ах, садимся поудобнее, и сейчас, мне кажется, будет мясо. Ну, как сказать, мясо. В принципе, ничего хорошего, конечно, но... Так. Прилег. Интересно, мне нужно убегать куда-нибудь или что? Мы умрем? Нет. Ну ладно, хорошо. Ой, блин. Вот это вот натурально плохое место. А потому что оно простреливает со всех сторон. У меня не так много жизней. Сейчас, похоже, будет очень весело. Добрый день! Ой! Этот лег. Так, я криво стрельнул. Но он, тем не менее, подох. Уже хорошо. Так, тихо, подожди. А, понятно, нам нужно сейчас налево и как-то объехать вот так, да? Ладно. Отлично. Интересно, я к нему куда могу попасть? Потому что у него там аптечки лежат. А, я понял, надо к нему поехать. Сейчас поедем. Блин, задеваю. Ладно, наконец-то прилег. Давайте тогда мы поедем сюда, возьмем то, что там лежит. Нам оно явно пригодится. А потом уже поедем в ту сторону. Только не упади, Макс. Это будет совсем печально. Ой, сейчас сидит. А, ну что ж так. Как я говорил, все. Да твою мать, откуда? Да. Ой, блин, так. Эта игра меня просто убивает. Просто убивает. Короче, вас нахрен с вашими аптечками, если там убегает сразу два таких придурка с Ингрим. Нет, ничего хорошего, по-моему. Так что, поехали-ка мы лучше сразу сюда. Сохранимся. Так, того мы убили, по-моему, да? Блин, да чего разнообразная игра все-таки, согласитесь, это же офигеть. Вот. Чего только мы в этой игре уже не делали. Так, оттуда выбежит что-нибудь? Нет, интересно. Опасное место. Сохраняемся. Или может оттуда? Так, еще сохраняемся. Тише едешь, дальше будешь. Вроде как без происшествий добираемся. Так, тут у нас более утоляющий. Я сейчас его возьму. Кто-нибудь выбежит, как... Ну да, как обычно. Так что лучше его было не брать. Потому что я все равно сейчас на него столько же жизни потрачу. Да, блин. Так, минус один. Второй. Хорошо.
не так все страшно, еще бы Макс-то не застревал вообще ни с чего. Так, хорошо. Добрались практически без приключений. Ну, как сказать, без приключений. Добрались, короче. Остальное не так важно. Да подожди ты еще. Твою дивизию. Дохни уже. Я так и знал, что я убьюсь. Да, это было необдуманно. Да, я так и знал, что на смерть уже иду. Так, все, мне хана. А по крайней мере, попробуем. Так, ладно. Мне остается только умереть, похоже. С такими жизнями. Или нет? Смотри-ка, до сих пор живой. Я себя прям удивляю. Я уж привык, то, что при каждой встрече с врагом мне приходится по много раз умирать. Со здоровьем, конечно, все печально, но, по крайней мере, что-то у нас получилось. Так, тут ничего. Наверняка в каком-то из контейнеров лежат более утоляющие пейнкиллеры. Или вон там. Но, по крайней мере, хоть что-то у нас получилось. Так, вон там наверняка какая-то нычка. Да твою мать, да что ж такое? Как это называется? Ребята, это ненормально. Так, давай-ка мы вот так. И пошлем ему подарок сразу. Твою мать, она отскочила. Там такой тоненький проводок висит. И именно об него нужно было задеть. Да твою ж дивизию, что ж ты такое? Да? Ой, нет слов. Меня бы точно не взяли в NBA. Ну ладно. Умерла. Так, а как мы сюда попадаем? Сюда мы, похоже, попадаем только если сверху как-то, что ли. Хотя нет, сверху тоже решетка. Да. Ладно, потом разберемся. Видимо, не отсюда. Давайте сохранимся. Здоровья не так уж, чтобы совсем уж мало. Жить еще можно пока. Так. Блин, а хочется туда, там много всего вкусного. Но, видимо, не судьба. Может, я что где пропустил? Да подожди, ты что творишь, урод? Так. Нашел корабль Бориса. Отлично. Да, блин. Вроде как больше пока никого не видать, да? Так, сохраняемся. По идее, пора заканчивать серию, но я, честно говоря, хочу уж добить. Это, похоже, конец уровня, так что, блин, осталось просто разобраться, что мне делать. А, вот смотри. А, все, понятно. Электрический замок, значит. И к нам бежит очередной приятель. Сохраняемся. Сейчас он как раз успеет подняться, я думаю. О, да вас тут, ребятки, полным-полно. У вас двое было или еще кто есть? Вроде. Да твою мать, ну что ж такое, а? Это же совсем уже смешно, ребят. Мать-то вашу. Это, по-моему, ненормально было. Ладно. Так, по крайней мере, у нас тут куча ништяков. Еще бы более утоляющих побольше было бы. Я, конечно, могу, как мне советовали, проходить. То есть в меня попали, я могу грузиться.
Ну, это, по-моему, будет совсем неинтересно смотреть. Ну и что, давайте-ка на этом и завершим эту серию. Довольно длинная получилась. В следующий пойдем дальше. Сдается мне, что это конец уровня, но вполне может быть, что и нет, потому что там еще целый корабль, который нужно отбегать. Это мы все увидим в следующей серии. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.